гражданского общества. Проявление своей гражданской позиции в борьбе с такими общественными недугами, как экстремизм, как терроризм, радикализм. Каждый региональный имам должен в качестве духовного лидера своей паствы иметь непререкаемый моральный авторитет и объединять умму, уметь вести взаимоуважительный диалог с самой широкой аудиторией. Разными слоями общества в то же время проявлять принципиальность. В вопросах противодействия деструктивными, псевдорелигиозным течениям, радикализму и расизму. Вот главная задача вот данного нынешнего семинара, нынешнего вот встречи с населением нашей области является вот данное направление. При поддержке со стороны органов власти, то есть при поддержке акима области, акимов областей и доверия общества нам по силам справиться с этой задачей. Вот целью данного нынешнего семинара является повышение уровня общей образованности и правовой грамотности, формирование положительного имиджа ислама и священнослужителей, то есть имамов в общественном мнении, и эрудированная активность в защите традиционных ценностей. То есть данная пропаганда, в основном все темы были направлены на солидарность, на толерантность между конфессиями, между культурами, этническими группами, которые проживают совместно с казахами, все национальности в Казахстане. В первую очередь это наш мир и покой. И, конечно же, борьба с этими такими негативными явлениями, борьба с радикальными течениями, которые вот как раз и нарушают наш покой и стараются там провести раскол среди общества. И духовное управление мусульман Казахстана совместно с властью усердно борется с такими негативами. Конечно, вы задали вопрос. Салафизм, да? Про салафизм. Салафизм, конечно, это наша наболевшая боль. И мы, конечно, по мере возможности мы с этим очень активно боремся. Но сейчас будет противостояние будет эффективным, так как сейчас пришли в Верховное управление мусульман Казахстана ученые, начиная с Верховного муфтия. Все они по 10-15 лет проучились в Аль-Асхаре, в Египте, в самом престижном университете ислама во всем мире. И двоих мы уже перед вами уже сидят, мы видим. И таких во всех регионах уже начали работать такие ученые богословы, как называют Рубан Хат Иршад. И мы, конечно, борьба это не то слово. Мы не собираемся взять в руки оружие такими жесткими методами.